В ближайшие 2 года во всех районах Якутии появятся кинозалы. Об этом сообщил председатель некоммерческой организации «Якутская республиканская киносеть» Петр Черяев. Он также отметил, что кинотеатры будут иметь возможность показа фильмов в формате 3D и будет создана единая региональная кинотеатральная сеть. Для создания в районных центрах кинозалов на условиях государственно-частного партнерства планируется привлечь инвесторов. На сегодняшний день функционируют 27 кинотеатров и 33 кинозала в 19 районах Якутии. В этом году в республике было построено 6 новых кинозалов на общую сумму 17 миллионов рублей, в том числе за счет фонда кино в размере 15 миллионов рублей. Сейчас построить кинотеатры необходимо в 17 районах республики.